имеем на нашем автомобиле Победа разбитое стекло. Сегодня нам подарили стекло. Правда, это стекло у нас оказалось правое, а нам нужно левое. Для этого нам нужно переклеить его, а для этого нам нужно разобрать нашу дверь. Пока вытягивал штифты, ручка открывания двери осталась у меня в руках, а вот с ручкой подъема стекла все нормально, но все равно она пока не отходит. Мы сейчас запшикаем ее через отверстие штифта ВД-шкой и подождем. Автомобиль ГАЗ М20 Победа имеет очень интересную конструкцию оконного проема. Когда вы опускаете стекло и открываете ветровичок, у вас получается практически бесстоечный дверной проем. Собственно говоря, именно поэтому по рекомендации нашего знакомого Юрия вот эту деталь нужно клеить в самый последний момент уже и по месту, так как от ее установки зависит прилегание ветровичка. Ну, вот пока будет так. Теперь можно машину не накрывать чем-то от дождя. Будет просачиваться вода только через уплотнители стекол и разные другие отверстия.